а других белая. Норгет, поменяй, пожалуйста, таргет. Ебать. И мне показалось. Ты приедешь никнейми? Нет, короче. Полоса здоровья. У одних мобов почему-то была сейчас красная, у других белая. Ты это за... Господи, а сколько лет игры в... Скорее всего, это твои агрономи. Это не твои, это не его агро, это просто за агро нацелили. Чего это? Если цель уже вступила в комбат, она красная. Если нет, то белая. Да ладно. Я впервые такое замечаю. Сегодня твином своим зашел в рулетку покрутить, 65 этих юзанул. Вот. По приколу смотришь, то ровно крутится, то рывками проскакивает. Ты видел скриншоты, мы кидали? Там прям дофига у кого-то проскакивает. Да видел, оно постоянно так. Вот смотри, там приблизительно 30 чем-то, 40 иконок меняется. Иногда проскакивает один брюль, иногда два, иногда даже три за одну прокрутку я видел. Ну, шанс какой должен быть выпада? Черт его знает, мне кажется, 1% вообще у него. Так если ты за 40 иконок видишь три брюлей, как минимум в каждой прокрутке ты видишь ты один минимум. Рандомный. Ты когда нажимаешь крутить, тебя уже приз сгенерировал. Серег, и вчера я крутил 100 монет в общей сложности на всех персах. Ни в одном прокруте у меня не было видно брюля. Ночью написали им в теме об этом. Они сказали, что отображение это абсолютно случайное. Оно никак не зависит от того, что ну, у тебя выпадет. Они, короче... Сегодня я крутил монеты, у меня в каждом прокруте был брюль. А у меня по два, по три. Какая то разница? Они просто его допилили туда. Какая разница? Главное, чтобы он падал. Не просто он, допилили, он, чтобы он и не будет падать. Они знаешь, что сделали? Они просто визуализировали доступность вещи. Ты вот видишь, что он вот рядом, и люди просто тупо, знаешь, денежку начинают закидывать, чтобы покрутить. Вот сейчас я думаю, ты это. Так это в любой рулетке, это в любом кейсе CSGO. В любом кейсе доты, на сайте с кейсами, это везде оно сделано таким же образом. Все, что показывается массовка, просто массовка. Без лоха жизнь плоха. Знаешь, что будет на самом деле прикольно? Если они внутренний игровой магазин добавят возможность покупать монеты с реал, чтобы покрутить рулетку. Так их можно покупать. А покупать. Чем отличается? Как их можно покупать поставками? Нет. Донатить, купи себе брюс. Ты можешь бонусами. Три бонуса, одна прокрутка стоит 30 рублей. А, ну это да. Не имею в виду сами монеты, не бонусы. А зачем монета? Тебе это бонус, три бонуса, те же самые монеты. Зачем такая сложность? Ты на месяц тратишь, грубо говоря, 99 бонусов там, стоимость поставок. А так ты крутишь фактически те же самые монетки, но только без уже кристаллов тебе. Так ты их получишь только через месяц, лагаешь. А так ты можешь... Сразу свою месячную норму крутану. Да ну и все равно как бы особо ты не донатил. Он все время сдонатил, по-моему, с тринкета не поставки. А кто-то вообще не донатит, да?
Там что-то вчера писали, что канал за 100 монеток 2 или 3 брюля даст. О, на сарае все что угодно пишут, а там дрова складывают, блин. Но он-то это стримил, как я понимаю, не просто так это писали. Мне просто падло стрим пересматривать его. Ну, блин, столько знать. Ну что, разрабы попросили? Да столько долго. Как за донат вытаскиваются брюли? Сто монет это, блядь, три тысячи рублей. Проще купить брюль. Оплатить. Пусть квитанцию покажет, то, что это он оплатил. У вас тактика какая-то новая, да? Разделиться пополам и херачить. А еще под клей влезть. И разворачивать клеем. Самое, на что самое удивительное, это даже не сова согрела. Wait. Как-то, грубо говоря, можно, если у кого-то есть камера высокоскоростной съемки, снять вот эту прокрутку и потом посмотреть медленно, как это будет все ускоряться покадрово. Как это лохотронит. Если, как говорят, что результат известен заранее, там смысла нет, она крутится нормально. Ну, я видел реально ускорение среди прокрутки в середине где-то. Еще чуть-чуть побыстрее начинала она крутиться иногда. Очень редко. Она не крутится с постоянной скоростью. Она разгоняется до максимальной точки, потом замедляется. Так сказать, своим нажатием на кнопку вращать, ты придаешь ускорение. Нет, ну это понятно. Иконок там 20 крутится с одной и той же скоростью, потом резко ускоряется и начинает потом замедляться. А иногда не ускоряется. В основном не ускоряется. В основном снижается. Значит, не докажешь сказать, я вот вижу, что она вот так. Это надо покадрово считать по секунду, с секундомером все. Понимаешь, оно сделано наподобие, как предыдущая рулетка была. Там также был известен твой выигрыш. И здесь он также известен. Хоть бы там что не крутил. Так.
Как не сделай, хуй ты их это. У меня даже один отжать умудрились, блин, обратно. Через 9 месяцев после того, как первый брюль выбрал. Как это? Ну так, попросили скрин. Скрина нету, до свидания. На остальные 6 брюлей у меня скрин есть, а этот я первый выиграл, а даже не знал, что это такое. Ты мне напиши... когда перса восстанавливали, у меня был скрин фото, ну, это лута, где это на мне, ну, в тот момент, когда вернули, на мне уже был брюль. И раз скрина нету такого, напиши, где ты выигрываешь, значит, ты его задержал. Было, ну, я там рулился 2 недели с ними, и с дезуроном, и со всем. Мне вернул. Сейчас по-моему. У меня не было ни скрина, ничего. Можно скринить брюль просто, это же бред. Они сейчас вопрос? Этот... Да, они сейчас по логам смотрят. Смысле, я просто нажать. Написал, что у меня был вставлен шапку, и эту шапку расхвалил вместе с брюлем. Он да говорит, я посмотрел, да, должно быть 4, а на персонажа в данный момент 3. Это слово. Миша, я тебе ничего не хочу сказать, но мы тут уже 5 минут стоим перед боссом, и не можем вам пульнуть, потому что нам не, дают, не говорят ни хилов, ни танков. Полина на Нурлейце. Кирс. Мне. Элбрил на Кавате. Нурлет на основном, Кават на втором, я на последнем. Поехали. Цирк приехал. Нужно подойти поближе. Я Я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Готовность, бля. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Thank you.
святилище пало. Можете курить 5 минут. Можно попробовать вернуть, написать еще раз. Кому-то ж я вот читал недавно, вернули, 2 года прошло почти, да? Там читал? После того, как ты написал, Парада, ты написал, там многие начали писать, что у них были брюли и случайно удалили. Так, и ты напиши, если гайд по логам смотрят, маши, тебя вернут. Дописал я, тебе с ними рулился, мне сказали, мы тебе бан дадим просто-напросто на форуме, если будешь дальше продолжать. Я несколько тем создавал, и скрины скидывал, и все, и говорил, что вы мне персонажа когда восстанавливали, когда меня кломанули и удалили весь шмот, распылили, мне брюль пришел на почту, я писал, что я нашел брюль в почтовом ящике. Вот. И вот на этот брюль у меня не было скрина, как я его получил. Мне сказали, до свидания. Они же шмот не восстанавливают. А? Шмот не восстанавливают. Шмот мне весь восстановили, мне сделали откат по времени. Какой, а мне 1000 бонусов давали просто. Мне откатили все по времени, на 3 суток я это без шмота был вообще. Да? Как хилить будете? Выбирайте сами, как хилить будете, чтобы все было прохилено. Мне без разницы где. Это же нормал, мы в Хейме же были, да? Это хрем. Хрем? Как бы да. Героическая, 25 игроков, 2 дня, 8 часов осталось. Конечно, ты босс сейчас. Обновление. Как вага придет, отпишись. После миников КДЛ брел. А, понял. С первого миника КДЛ. Мне казалось, что мы ж недавно были, только, блядь, у меня уже все дни недели перепутались. Мы в конце недели были, мы в среду были. Угу. Когда? Блин, башка лопается сегодня после работы. 1.5 суток снег шел, блин, тут сегодня вообще жопа была.
О, Делорос, ты пополнил ряды коровок? Что, Яна, похилить хочешь или нет? Если честно, то да, потому что я не помню, когда последний раз. У меня на всякий случай все те же самые заклинания, которые у меня в хилботе на панельке. Типа дубовая кожа, там, чеха, да, и тренька слана у меня панель. Это чтобы двумя руками играть, да? Я еще педали бы подключил, если бы были. Так, я вот думаю, Кават потанчит или мне танчит? Весьма сложный выбор. Чем сложно? Танчишь, Кават? Может, чехляй своего ретрика. У кого-то есть с собой два красных камня? Конечно, Ген, всегда с собой ношу кучу красных камней. Нет, конечно. Дайте шкаф. Яна, тебе что, брюли надо вытащить? Нет, я брюли перебил в крит, теперь у меня две дырки. Брюли и так вытаскиваются, без камней. Я перебил брюли из СПД в крит. Они планируют вытащить просто. О, вагон. Зажимаешь Ctrl, левую кнопку. Еще раз повторяю, я брюли перебил из СПД в Крию. У него освободилось две дырки красные. Ты что, говорят, надо Ctrl нажимать. Сейчас скажите, нужно Ctrl назад, чтобы брюли вытащить. Эх, ладно, короче, Вага пришел, нет там. Нет, он мертвый до сих пор. Блядь. Надо просто больше брюлей. Сказал, что сейчас должен быть. Ты, короче, тьму танчишь, Шоколад. А чем будешь заниматься ты? Наблюдать. Понимаю. Давай наоборот, давай ты похилишь, а я понаблюдаю. Там, не знаю, в холле пала хоть спекнись понаблюдать. Ну, в натуре. Так, весь на всякий на пожарный. Весь на пол трэша на первой фазе и на третьей фазе на меня будет задавать. Да, во, будешь диспеллить. Если ты будешь во тьме, будешь не планы. Я не во тьме буду, я буду все то. Трэш на меня весь напуливать. У меня Т5 работает теперь на трэш. Алёха, давай мы будем тебя напуливать, но ты спихнешься в холле пала. А, рог нету. Только ханты. А мне что делать? У меня жатва, как у танка Вара, вперед волна жесть станет, которого также наработает. Дамажь босса. Если я его бью, да, вот я его дамажу, если кидаю жатву, она не достает, надо ближе подходить. Что мне делать? Ближе подходить или со всеми стоять, мне бить уже эти жатвы? Весь трэш будет на мне. Значит, случае. Если тебя жатва не достает, ты перед метеоритом отбегаешь назад, падает метеорит и подбегаешь. Ну и перебегаешь. Если это, ну, про то, что тебе нужно слишком близко стоять.
И рейндж, по-моему, у босса слишком большой, чтобы, ну, можно было далеко стрелять. Рейндж-то большой, но жатва должна прямо под него залетать, чтобы попадала. А так просто в пустую летит и все. Саппорт пьем? Зачем? Саппорт это только тьма пьет. Во тьме, первая группа вся полная. Плюс... Неликс тоже во тьме останешься. Подожди. Спар ДД. Не, Неликс не останешься. Свет будет выходить. Останешься тогда. Во тьме Браска останешься. Так, я сейчас маленько чего потасую. Будешь во тьме тусить, короче. Окей. Так, Амир, ты не будешь заходить, правильно, во тьме? Сопроты пьем, нет? Матиола. Сейчас, да. Матиола и... Далти. Матиола, Кирс, остаетесь в свету. Даже во тьме. В принципе, Адмирал, Полина, Йена и Элбрил вчетвером вытянуть. Адмирал будет в свету? Да. Да, потом выйдет во свет. Ну, толку от ДЦ во тьме. Ноль. Да я бы вообще сказал от адмирала конкретно толкнется. Вторая группа в свету, да? Делорус, голос в Дискорде есть? Хуёво. Йена. Кто там? Лезвие, что ли? Нет, не лезвие, это. 50% босса, чтобы стопнули. Чтоб с лучом, с лезвием не совпало. Ну, то есть, заранее. Ну, и давай поставлю. Поставьте просто кто-нибудь еще тоже. 50% босса. Карина вроде всегда кричит 50%. Лезвие, если что, Ковать там сам посмотрит. Да. Карина крикнет. В принципе, нормально. Бля, где Вага? Только его ждем. Уже сколько времени... Там Карагер стынет. У вас с нуля, Кара? Так а чё ты просто Вагу поменять не хочешь? Вон там Френзи есть, Талдарам есть, пока Ваги нет. Или ему что-то надо отсюда, у него приор. Менять он ДД на более слабого. Ну куда деваться, если его нет? Аж телефон упал. Как подумал, что без Ваги в рейд пойдешь? Да не, код, блядь, сука, лазит. Хуя себе, у тебя код телефон смог уронить? Просто код подошел, телефон у Лехи отжал, такой, слышь, телефон, давай. Так, телефон, лежись. Какая порода. Сейчас тело пропадет. Пойдет Френзи, ты идешь. Чем у нас кресты пахнут? Тьмы, наверное. В этом жрают. Адмирал. Скажи, Адмирал, это все такой микрофон? Рыбу ставлю. Говорит, хватит жрать и ставит рыбу. Все, френдик тут. И бафы раздаем. Кроват на каске, краска по кулаку.
МП5 по крестам дайте, пожалуйста. Первая группа тьма, остальные свет. Плюс враск. Что, куда? Я во тьме. Даю проверку. По диспелам в приоритете Адмирал Свет и Элбрил Тьма. Что, все здесь, все готовы. И выйдем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узнать начало эры разрушения. Темы не ставьте. Мотел тут перед полом лучше не раскидывай ход. Смотрите за лужи. Босса, дайте больше урона. Зубы поковат. Заходим. Да, массак. Не проси, да. Ящику. Сейчас буду тратить. Я не сметка. У нас минус 1.8. Страшно. Казон. Неликс, останешься во тьме. Понял. Пускай Метелло поднимет Сантея. Поднимает, Сантей будет там. Ужинаем метку. Нормально, 37. Нормально. 36. 56. Войд тоже здесь останешься. 54. Топнемся. После лезвия переводим. Войд услышал? Мозор. Лезвие сейчас порежет. Что за хрень? Нахуя вы туда сдвинулись? Мы не двинулись. Мы стояли на месте. Ты серьезно? Ну, перпендикулярно, босс. Смотрите, перпендикулярно. Коват повернул заранее, и вы за ним пошли. Нахуя? Лезвие появляется в одном и том же месте. Нахуя заранее поворачивать? Ложитесь.
Ладно, поворачивай. Зачем рейду двигаться? Ну, например, я не двигался. То есть, как он закончился, так там я и остался. Мочево, зайди. Конечно, фигня. Кто не понимает. Мочево, зайди во тьму, либо в лужу. Ну, я стоял на месте, меня даже, блядь, нихуя не зацепило. Все ориентироваться. Даю рыбу. Четыре так бы. А, я понял. Этот спалин наколат. Баф подать. Наколат готов? Да? Я просто релогнулся быстро. Поехали. Этот мир вот-вот соскользнет. Выйдите. В бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Вор перебежал. Интересно. Боже. Ребав по локам, дайте все. Мотело. Большого добивайте. Входите, если посмеете. Заходи. Заходите. Я без одного села. Я слег сразу, как зашел. Подкрытил. Плюс один.
И пончик выше. Адмирал, остаешься здесь. Ты не мог назад его повернуть? Ложитесь. Враск. Ложитесь, вайп. Ложитесь. Нету смысла. Он же сказал то, что подкручиваю. Будет подкручивать. Он повернул быстро и половину хвостом стан захуярил. Очень рано зашли два приста. Ты же сказал заходите, и мы зашли. Кават должен говорить за. Я сказал заходи. Кават. Он мне сказал зайти. А кто святу? Или кто там умереть, тот не может. Кто не умер? Все умерли. Заходим. На телешко забагалось. Да, все ровно все сделали.